тобой. Бегом! Убить их! Жди здесь. Осторожно, они повсюду. Я осторожен. Нашли что-нибудь? Пока ничего. Что-нибудь нашли? Мне нужна пушка. Тут пусто! Другое дело. Это еще что? Будь свободен. Это водонапорный башня. Надо забраться наверх. Ты поражена? Я их всех победил. Я бы выразилась немного иначе. Что-то видишь? Там пожарная лестница. Ладно. Но я не достану. Когда залезешь, столкни ее вниз. Вот так. Ты смотри, что я нашла. В чем дело? Заперто? Черт, заклинило. Она чем-то приперта с другой стороны. Очень смешно. Я в этом церкви клоун, но в клетке сидишь ты.
Эй, ну что там с дверью? Эй, где твои манеры? Открой перед дамой дверь. Эй, ты про меня не забыл? Дверь! Назад! Почти! Ну вот, теперь попробуй. Порядок! Теперь я поражена. О, нет! Эй, у нас гости! Черт! Они вон там, слева! Там, справа! Слева, справа, они повсюду. Кажется, это все. О, нет. Осторожно, сзади! Никак не отвяжутся. Давай. Я прикрою тебя оттуда! Плохо для прошлогодней модели. Давно об этом мечтала. Вот и водонапорная башня. Есть, получилось. Не высовывайся. У тебя есть запасной план? Сейчас придумаю.
Вон Хлоя. Флинн с ней. Передумал? Нет. Так, они вот-вот отправятся, надо торопиться. Я пойду туда один. Нейт! Стоп, послушай меня. А ты пока пойдешь вон туда и уведешь один из этих... Внедорожников. Внедорожников. Mm. Обеспечишь транспорт. Я проберусь туда, схвачу Хлою, а ты заберешь нас. На угнанной машине. Да, на ней. Да, поняла. А ты? Я понял. Марш! Порядок? Оу. Да. Так, осторожно. Ладно. Увидимся, когда... Ну! Ну, когда... Господи! Порядок? Оу. Люблю запах железнодорожных путей. Надо подняться, посмотреть сверху. Это поезд. Ну и как мне туда спуститься? Должен же быть выход. Может, я заведу эту колымагу?
Отлично, Найт. Это не привлекло внимания. Меня. На абордаж. Что? Я запрыгну на этот поезд. Ты рехнулся? Подвези к поезду, я прыгну. А зачем только спрашивала? Делай, что говорю. Ну, и как ты собираешься выбираться оттуда? Соображу по обстоятельствам. Ну, конечно. Поехали. Ага. Еще чуть-чуть. Уже почти. Просто. Давай! Прыгай! Yeah.
Нет. Проверить билет. Thank you.
принесет вам заказанные напитки. Спокойной ночи. Что надо?
не нравится этот звук.
меня! За ним! Наступаем! Убить его! Вот они!
Вот они. Тебя! Вот они.
Убить его! О нет, только не этот клоун. Подобное сможет.
меня задолбали. Далеко. Снова спасла мне жизнь. Ты цела? Уходи отсюда, Нейт. Ты с ума сошла? Ты представляешь, что я вынес? Знаешь, никто не просил тебя геройствовать. Хлоя, брось, на это нет времени. Именно. Так что убирайся отсюда, пока еще можешь. И бросить тебя с ними? Ты выбор сделал. А что ты от меня ожидала? Ожидала, что прикроешь мне спину. А я что делал? А ты тащил двух идиотов на своей. Так удачи с Флином. Вы друг друга стоите. Поверить не могу. Нет. Ты просто не знаешь, когда надо остановиться. Что? Нечего ответить? Совсем ничего умного? Гарри, стой! Нет! Даже не думай! Хватит! Просто отпусти его! Прикончить его!
спаси Хлою. Отлично. Плохая идея. Так строит. Черт. Куда уж хуже-то. Может, этот покрепче. Боже, как мне надоело лазать. Твердая земля. Ищите в обломках! Он где-то здесь! Thank you.
дерьмо! Все бегом! Не дайте ему уйти! Он жив! Он жив! Час от часу не легче.
Я могу вылезти вон там. Либо вылезу отсюда, либо истеку кровью. Kalau saja tak sempat, siapa yang salah gigu, kau mesti topor. Как я здесь оказался? Кадиче, кира гюрумбу лега ди чай омаре. Ладно. Кира маши вас соде чембуре. Сколько я здесь лежу? Я. Тум, тум. Спасибо. Нет. Мне... Прости, я не понимаю. Что? Я лан. Спасибо. Я кира дебо имбе. Я, шо? Шефер керан гу деша. Шо?
Кукераним да кечеше е гудеша. Где это я? Шо? Няням да шо? Наверное, мне надо идти за ним. Странно. Эй, мухе. Ты не слышал? Вы же ни слова не понимаете. Попробуем отыскать наши вещи. Ладно? Это горы. Где имя? Ясно, за тобой. Пора идти. Простите. Что? Посмотрю, что там. Ну, вот и все. Бей по мячу. Вижу вас обоих. Я уж подумал, что мне нечего терять. Нейт, слава богу, ты цел. Прости, я... Ничего. Елена, может, хоть ты знаешь, что происходит. Давно я тут? Несколько дней. Я пришла за тобой по рельсам. Что там произошло? Ты была права. Хлоя вовсе не нуждалась в моей помощи. Это ее работа? Нет, нет, это привет от Флина. Шефа Гудеша. Я, не Аго Цэ Сонг. Идем, тебя ждет один человек. О, а вот и наш таинственный гость. Нейт, это Карл Шафер. Как здоровье? Да, ничего. Вот и славно. Ну, прошу. Полагаю, у нас с вами много общего, мистер Дрейк. В самом деле? Да.
70 лет назад я тоже пришел сюда. Вернее, меня сюда принесли. Все мои товарищи погибли. Меня отправили с экспедиции в Тибет на поиски дороги в Шамбалу. На самом деле, целью был Чинтамани. Так, друг мой, где вы это взяли? В Борнео. А что? Это же ключ к Шамбале. Именно этот предмет крайне необходим вашему противнику, хотя он об этом не знает. Думаю, знает. Я очень признателен за вашу заботу. На самом деле, но я вышел из игры. Так. Они сломали тебя, м? Неужели так просто? Да, пусть так. Но все только начинается. Где ты его нашла? Вот что, сынок, твоя гордость уязвлена. Но тебе повезло, ты жив. Да, все убеждают меня, что я везунчик. Меж тем все мои планы идут к черту. Нейт. Нет, Елена, хватит. Хватит, надоело играть в героя. Твой противник так просто не сдастся. Не уйдет. До тех пор, пока не получит желаемое. Да? Так власть ему в руки. Во власти-то как раз и беда. Самые грозные властители в человеческой истории обладали лишь фрагментом камня Чинтамани. Такие, как Тамерлан, Чингисхан. Если такую власть дает лишь один осколок, кем же станет тот, кто завладеет всем камнем? Это же чушь. Это наверняка и есть его цель, Нейт. Тогда Лазаревич и правда чокнутый. Это просто миф. А если нет? Елена, хватит. А что, если это правда? Мы уже знаем, на что он способен. Нужны доказательства? Ты их получишь. Увидишь собственными глазами. Тензин, Тинсан Адала Тингокере. Найдешь останки моей экспедиции и сразу все поймешь. Тензин отведет. Что? Не ням да что? Карачасон. Пойму, если я доживу. Только будь осторожен. Полагаю, по-английски ты не знаешь ни слова. О, заманчиво. Что это значит? Ты так заинтригован. Зачем спрашивал? Ты... Чансон? Я не понимаю тебя, приятель. Купа, чё мне кел? Стой! Тензин! Зачем это нужно?